вы то, что пишут в ваших работах, читаете, или вы считаете, что только киноведы имеют право на оценку профессиональной деятельности? Честно говоря, почти нет. Я и киноведов почти не читаю, честно говоря. У меня есть как-то свое собственное мнение, оно меня устраивает. Ну, ведь есть специально обученные люди, которые обучались тому, чтобы вот оценивать то, чему обучались вы. Без сомнения, но не все специально обученные люди, у каждого специально обученного человека есть свое мнение. Угу. Рядом сидит другой такой же специально обученный человек, но у него принципиально другое мнение. Угу. Поэтому, в общем, ориентироваться можно только на самого себя. И на свою жену, насколько свою я жену, понимаю, потому что вы сказали в одном из интервью, что... В первую очередь на свою жену, конечно. Хорошо.